Всем привет, ребят! Ну что, добрался до компа, и как вам уже известно на русском сервере сегодня, и хрустальный, и дебочий пирата, и парящий остров, и мы сегодня продолжим ловить здесь эту хрень. Оно интересно, кто-то вытащил уже. Ничего, нифига они не вытащили. Это ужасно. Поехали вытаскивать эту имбу. В общем, такие вот паки здесь сегодня есть. Как обычно, все печально. На английском сервере уже продают сумки. Здесь тоже продают сумки. Мы их с вами откроем. Вот хрустальный сундук. И вот можно получить зефирку. Посмотрим, какие шансы. Ну, как обычно, шансы говнища. Добыча пирата. Поехали посмотрим, что там бесплатно. Сколько нам надо потратить на хрустальный. Тут мешки огника. Ну, это пират вообще ни о чем. Если сравнивать с английским сервером. Сейчас я забегу бариком на английский. Глянем, что там у нас и как. Сегодня целый день дав провтыкал. Вчера вам тесты делал, не поставил. Ну и опять же на нем сливали. Сейчас посмотрим, уже выставил дав. Хотя бы приблизительно. Конечно, дофига человек, 120 прошло. Ну, у нас безвыходная ситуация. Наверное, как и у многих. Если у вас тоже такое же, ставьте, лепите лайк. Так, 92, 79, 97, 82. Вот оно, поехали. Так, что тут у нас? Ну, видите, сила гильдий вражеских просто в разы выше, чем наши. У нас тут последнее место, как минимум. Ну, мы сегодня должны жахнуть топчик и потестить эту имбушку в действии уже на битве гильдий. Ну, до этого мы дойдем. А сейчас у нас охренительный музончик. И коллекционер, говорю, коллекция. Какой нафиг коллекционер? Что такое на русском коллекционер? Блять, вот я вот, честно говоря, поражаюсь, когда мы дождемся огников. Я жду огников, ребят, 5 огников, как обещал, разыграем. Думаю, на выходных уже мы это сможем сделать. Так, смотрим сюда. Добыча пирата, хрустальный сундук. Сколько нам надо потратить? 45-50к. Ну, короче, до 15к поехали. Добыча пирата. Посмотрим, какая дичь нам падает на русском сервере. Ух! Жестко-жестко. Расходники прям так и прут, я вам скажу. Вот, ну, чему тут удивляться? Это русский сервер. Сейчас мы бариком заберем и потрешуем, словим с вами хоть немножко. Блин, могли бы уже сразу в склад делать. Запарило уже это забирание. Ни туда и ни сюда. Ну вот вы хотите сказать, что это нормальные награды за 1200? Да они просто ни о чем. Просто ни о чем. Так, а что я заходил сюда? Я же хотел посмотреть на английском сервере. Или там есть пират тоже. Ну, в принципе, это не имеет смысла даже сравнивать. Я вам уже показывал. Так. А, вот. Вот смотрите, ребятушки. Показываю, что такое пират на английском сервере. Сундучки пятые, 4 штуки. Еще один заходик. Пятые, коробки, КГшки, слизни, сумочки, шестые. Нормально тогда, а? Три мешка огника, три. Рунки, ну то есть... О чем говорить вообще? О чем спор даже? Так, ну тут вторых сумок еще не продают, продают только первые. Ну, нам оно нафиг надо. И так было понятно, вот видите, тоже продают, что он будет продаваться еще дешевле, но мы сделали первыми обзорчики на это все. Такс.
поехали обратно на русский, нас интересует на русском. В принципе, можно было бы уже, думаю, его собрать, если бы я играл еще в... те баки позабирал, то мы, в принципе, все забрали. Ну, вот вам пират. Я думаю, нафиг пирата, поехали паролем. Посмотрим, как батька ролит. Это будет более интересно, наверное, выбивание недостающих героев. А вдруг Зефирик нам придет. Так, рандомчик, рыцарь тьмы, сердцеедка, понеслась. Шаман, циклоп, палач, оборотень, командора, рыцарь, панда, инженер, паладин, свален, купидон. Ну, в принципе, неплохо, ПБшка. Имка. Давай. Ебайби, друид, купидон, медуза. Ну, неплохо. ПБшка еще один. ПББшка. Фараон, суккуб, тритон, купидон. Королева, гарпий, бочка. Запарился я, честно говоря. Куда эти самые девать? Здесь сноу. Лучше так, хоть посмотрим, какие шансы. Опять сердцеедка, опять седна. Ну, вроде что-то падает. Ведьма. Бог грома. Космо! Ну, блин, что тут говорить, ребята? Батька ролит. Так, рыцарь и 450, князь тыква. Отлично. Сейчас я сделаю админ панельку. Зайду под админ панелькой, заберу плюшки, и мы с вами их пооткрываем. И посмотрим, какие же сегодня у нас все-таки шансы. Ну и что, сколько нам останется. Я думаю, нам придется еще и на выходные забирать. Но я не спешу уже. Я уже сделал обзор, посмотрел героя, показал вам. Просто уже надо забрать его на русском сервере и ждать следующую обнову. А, коллекционер... Ой, говорю, опять коллекционера вспоминаю, которого здесь нет. Хрустальный, конечно, просто печальный. Я думаю, вы и так понимаете. Кто не в теме, зайдите просто на английский сервер и посмотрите, что такое топовый хрустальный. Или я вам сейчас даже его покажу. Я не буду забирать последнюю награду. Опять у меня сейчас камни зависнут на русском сервере уже. Уже на русском сервере зависают камни, потому что нету книг. Вот что самое печальное. Поехали. Let's go, baby. Прожимайте лайки, ребятушки, и поехали ловить. Такс, собрать. Вот такие вот плюхи мы забрали, и мы их забрали или не забрали, забрали. Поехали, это все добро сейчас. Я надеюсь, мы заберем, у нас, наверное, места в рюкзаке не хватит. Да, не хватило у нас на все места, 47. Плюс остались плюхи здесь, ну все как обычно. Так, да, открываем это все. Так, получить, отлично. Забрали. Парящий остров. Поехали. Let's go, baby. 47 попыток. 5. Так, получили. 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 Ничего себе. Ну, ничего себе. Колоп. Супер плюхи. Смешно, конечно. Так, итого, что у нас получилось, ребят?
117. Ну, у нас есть 5 топовых сумочек, которые мы тоже открываем. Вот они. Есть мешок зефирика. Сейчас я пооткрываю все остальные плюхи, чтобы у меня место побольше освободилось. А вдруг он выпадет? О, неплохо, ремочка. Ремочка, это хорошо, это хорошо. Пакты, ну, так, ремка. Эмблемки здесь надо. Так, отлично. Плюс 10 зефирки. Зефирки. Это плюс 10 скина. Так, камешки на прокачку. Такс. Тихоша. Эти все время не хватает места. Это ужасно просто. Так, скины на здание. А, я не могу открыть из-за того, что превысил количество. Понятно все. Так, ну что, поехали. От одного, ребятушки, от одного до 30. Ну, конечно, было бы круто, если бы 30 выпало. Поехали. Let's go, baby. 1, 2, 5, 2 и бум, и 1. Вот так вот. Поэтому не надейтесь, что вы много отсюда вытащите. Ну, это как дополнительное. 128. То есть на сегодня 128 мы здесь собрали. Это реально полная фигня. Ну, я думаю, на выходных опять запустят. То есть у нас как раз попадает парящие на 3 дня. То есть шанс. Они поняли, что никто ничего не собрал и решили еще подзаработать немножко баблишка. В общем, вот так вот. Всего лишь 127. Ну, я думаю, за выходные, там 3 дня еще есть, мы насобираем здесь тоже зефирку. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите видосика с битвой гильдий. Всем удачи, всем пока.